В этот раз сотрудниками МЧС для оповещения о пожарной безопасности был выбран частный сектор. Связано это с тем, что здесь повышенная пожароопасность. Дома стоят на небольшом расстоянии друг от друга, и в случае возгорания огонь за считанные секунды может распространиться на соседние дома. Поэтому сотрудники МЧС регулярно проводят подобные рейды в частном секторе, а сами жители тщательно следят за безопасностью в домах. У нас регулярно проходит техосмотр газовых плит, газового оборудования. Вот, как наружного, так внутреннего. Ну и сами, конечно, соблюдаем все меры безопасности, стараемся. Пожар мы боимся. Главный газ не забывать включать, конечно. Ну и, разумеется, кто курит внутри дома. Но так-то со спичками не грядеть. Согласно статистике пожаров в частном секторе, основные причины возгораний – это халатное отношение к электрооборудованию, неправильное использование печи и неосторожное обращение с огнем. В связи с этим сотрудники отдела профилактики пожаров во время подобных рейдов раздают людям специальные памятки и в очередной раз напоминают жителям правила пожарной безопасности. В первую очередь это проверить свою электрическую проводку. Да? Если дом довольно-таки старый, ветхий, то соответственно, скорее всего, проводка много лет уже не менялась. Сейчас современное электрическое оборудование, приборы имеют очень большую мощность, да, там мощность потребления, поэтому не вся проводка выдерживает. Поэтому это проверить. Дальше бывают случаи, когда, допустим, с крыши то же самое, да, какие-то обрывы, здесь имеются провода, они повреждаются, происходит короткое замыкание, уже пожар. Всего с начала этого года во Владимирской области в частных домах было зафиксировано 44 пожара. В целях предотвращения новых возгораний такие рейды продолжат проводить на регулярной основе, как в частном секторе, так и в многоквартирных домах.